День добрых дел привел сегодня ранним утром сотрудников дорожной полиции Новгородского района на станцию переливания. Там снизились темпы обновления банка крови, и сотрудники ГИБДД помогли его восполнить. В этом году традиционную акцию провели досрочно. Из-за пандемии все меньше людей приходит сдавать кровь, а значит, банк станции переливания пополняется недостаточно оперативно. Медики обратились к своим постоянным донорам, сотрудникам ГИБДД. Инспектора ГИБДД, основные, так скажем, очевидцы аварий, и они видят, как погибают люди, как страдают, какая помощь им необходима. И, наверное, наша служба, как никто, знает, что своевременное оказание помощи, в том числе и переливание крови. Медики стараются максимально обезопасить станцию переливания крови в условиях пандемии. Напоминают донорам о соблюдении социальной дистанции. На входе выдают новые маски и советуют надеть именно их. Ведь вполне возможно, что одноразовое средство защиты, в которое пришел гражданин, уже отслужило свой срок. Дополнительную проверку проходят и сами доноры. У нас работает система AIST, которая, значит, определяет наличие заболевших или переболевших различными заболеваниями, включая и ковид. То есть мы в системе онлайн получаем сведения об этом. Также доктора получают информацию из Роспотребнадзора и разных диспансеров города о том, кому нельзя сдавать кровь. В их числе граждане, которые переболели коронавирусом. Их кровь пока может использоваться только для научно-исследовательской работы.